Весь христианский мир отмечает светлый праздник Воскресения Господня. В этом году дата православной Пасхи совпала с католической. На торжественном богослужении, которое в прямом эфире транслировало национальное телевидение, присутствовал глава Чувашии, представители обеих палат российского парламента, депутаты Госсовета и руководство столицы республики. Чувашии. Праздничные богослужения прошли во всех храмах. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава по традиции совершил Великую Вечерню в Покровско-Татьянинском соборе Чебоксар. Перед началом службы верующие встретили благодатный огонь, который привезли из Иерусалима. Затем совершили крестный ход. Пасха – самый главный из всех праздников. Воскресением Господа завершается победа над грехом и смертью. Приняв мучение и расплатившись за людские грехи, Иисус Христос подарил своим духовным детям вечную жизнь. Христос воскрес. Так верующие будут приветствовать друг друга еще 7 дней. Но по православной традиции празднование Пасхи продолжится еще 40 дней. Ровно столько Христос являлся своим ученикам до Вознесения. Христос воскресе!